Просрочку нужно жрать в первую очередь, чтобы она не испортилась еще больше. Именно поэтому мы отправились в первую очередь в царство Нургла. Приветствую вас, друзья, с вами Верос. Мы здесь, в царстве Нургла, соревнуемся с кучей других фракций. Ну, в принципе, они к нам нейтральны и в этом плане попроще, чем если бы мы прыгали сюда за Кислив, например, да, и в такой бы замес сразу бы попадали. Там бы сражения шли одно за другим. Он еще, мало того, что уничтожает демонов Нургла, еще и конкурентов устраняет. Конкурентов так-то мы можем устранять и здесь, но смысла нет. Смысла пока нет устранять конкурента. В принципе, Кайрос перемещается вон недалеко, в режиме лагеря все ходят. Ну, кроме Кугата, который говорит, я легко тут буду на ускорении гонять. Кроме него все ходят осторожно, и мы... Так, а ты нападай сюда. Нападай, давай! Так вот, ну мы в любом случае должны будем первые у дворца быть. Нападают нурглитики на нас. Ну, сразиться можно, но смысла нет. Покосать их. Давайте, ладно. Сегодня постараемся уже во дворце побывать. Но они тоже грабят, тем более, кстати, поселение. И они, вот, оставшиеся живых, они, может быть, сейчас начнут что-то вытворять с нашими врагами. Как минимум, они их отогнали. Не уничтожили, к сожалению, но отогнали. А тем временем у Скрага ухудшается положение. Еще медлее. Еще медленнее мы будем. Урон сквозь доспехи уменьшается, защита в ближнем бою режется сильнее. Все становится хуже и хуже. Симптомы неприятные. Забирай. Так, шанс отлично сразиться. И теперь разворачиваемся. И на ускорении. Там максимум... Выделываешься. И сюда на ускорение. А, подожди, здесь же... Опять сражаться заставят нас. Но он может напасть. В принципе, так-то там вновь ничего серьезного. Ну ладно. Давай на ускорение. Нападет сам, пусть нападает. Мы его не боимся. Так, глинника. Приносимый доход. Гарнизон здесь, ну, уже приличный. На следующий ход уже свинцеплюю сможем подтягивать. Гнобларов можно тогда выгнать. Ну хотя они 8 копеек стоят там, пусть будет. Легендарные гноблары. Легенды. Ходячие. Лежачие. Там как им по кайфу. Так, герой не перемещался, мы на него забиваем. Здесь ничего не делаем. Поврежденные постройки не ремонтируем. И сдаем ход. Легион Хаоса. Ну, Легион Хаоса идет к нам. Мы пересечемся, мы встретимся. Кстати, Кугат, если бы дотянулся, было бы приятно сейчас сразиться вновь. Не самому. Потому что Кайросу вон дорогу обратную расчистили. Хотя вот здесь его не отпустят без сражения. Но там демоны нападут, они первые ходят, они вообще самые первые по хождению. Они там самые-самые первые в этом плане. Мы еще успеем вернуться, эти начнут Вюрдот осаждать, мы успеем вернуться. И шатун. Главное, конечно, вернуться не сильно покоцанным. Иначе там вот эта армия может нас забить. Изгнанники Корна уже завладели душой. Они к Дзинчу заглянули... И быстро ему глаз натянули. Поселение потеряно. Штирланд. В Штирланде восстание еще неизбежно. Ну, может быть и к лучшему. Так. Ты не напал сам. Здесь нам придется сразиться. Лучше бы были чумотворцы на самом деле. Вместо вот этих... Пусть даже нурглитиков и тварей, все чумотворцы, с ними проще сражаться, или отверженные. Для нас они
для наших огров цели куда более желанные. Где и натиск зайдет, и повалить их есть вариант. Жаб-то мы не поваляем. Школа смерти вновь. Нам тут везет на школу смерти. На лягушек в любом случае накидываться надо толпой. Прям большой. Здесь через деревья только проскакивать. Ну да, либо вот здесь чуть замедление получим. Растягиваемся. Выходим вперед. Ну, тигроиды. Сюда давайте. Саблезубые львы. Если кому-то нравится больше их львами называть. Так. Погнали. Идут в бой. В бой пока не торопятся. Вы можете сбегать. Кстати, в отличие от проводника чар, вот у них дополнительные ингредиенты нужно бросать в чар. Против зверя Нургла смысла вообще нет никакого использовать магию. Он регенерирует хорошо. Засада не спалилась. Ждем. Кстати, а ну-ка ради интереса. Давайте призовем, ну, потратим ману. Но мне вот сейчас любопытно, что Мантикора сделает с фуриями. А давай на жаб. Главное не проспать, когда он будет кидать в нас. Нормально, прям даже жаб покоцали очень сильно. Эти заклинания катаклизма. Ну и все, идем в бой. Беги домой. Бегите домой, бегите домой. Вперед. Кто выпадет первым? Так, пески, но это для нас вообще, ну, кроме атаки, поднять особой роли не сыграет. Ну, Мантикора проигрывает. Мантикора тут, конечно, проигрывает сейчас. Давай. В жиже вот это вот. Есть борьба в грязи, а есть какой-то гнили. И
если не сказать грубее. А про Нургу можно сказать. Давай, подходи. Не халтуй. Толпа, кстати, огров сейчас играет, конечно, не за нас. Мораль не падает. К сожалению. Хоть уводи всех. Давай, подходи. И подрывай мораль твари Нурглу, она сейчас распадаться начнет как раз. Все, шикарно, распались. Можно не следить больше за боевым духом. Бедные. Такие милые. Любвеобильные. Дружелюбные, да? Зверьки. И так с ними все поступают. Грубо и жестоко. Завершаем. Потери здесь восполним еще, но пока на ускорение. Пока на ускорение мы перед финальным рывком на один ход станем в режиме ожидания и будем в лагере восполнять потери. Ну, вряд ли полностью, но хотя бы чего-то там довести до практически идеала было бы неплохо. Так, и на следующий ход мы уже хотя можем дотянуться. Может быть, даже сейчас лагерем встанем, если на следующий ход мы реально уже ударим. Это будет наш успех. Сопротивление выстрелам. Ясновидящий, скорость исследования. Так, ну давай мозгожор тебе сейчас возьмем. И троллебрюх. Восполнение ХП. Думаю, оно очень сильно пригодится нам сейчас. В сражении против Нургла. Стрелков там будет немного. Давай устойчивость. Возьмем здоровье. Так, Убершрайк, Альдорф. Хотя давай, наверное, Альдорф сейчас улучшим. Альдорф будет защищен. Здесь контроль сквер на производство мяса. Вот сюда 1500. И, наверное, контроль увеличим в провинции. Да, от восстания мы готовы защищаться. И в той провинции сделали очень многое. Чтобы врагов сразить. Но если что, вот здесь будем подтягивать лорда там на один ход, два. Возьмем, чтобы Скрак, когда вернулся, его случайно тут не затоптали.
А тут затопчат. Кстати, а где тут... Сколько времени еще осталось, что оно пропало? Здесь восстание нам еще может и помочь сейчас. Раздаем... А ну-ка, дипломатию, дипломатию. Быструю сделку. Вот, Талабеклан хочет договор о ненападении с нами. В теории, если бы они предложили торговлю, это был бы разговор. А так... А так это все ерунда. У нас заказы на следующий ход уже будут. Берадон Хорцман, именно так тебя зовут в этом прохождении. Мы с Кайрисом ноздря в ноздрю тут идем по скорости перемещения. Ну, нормально. Войну ему не объявили, мы его обгоним в любом случае. У нас бонус хороший. Хотя у Кайроса тоже есть шансы на перемещение очень приличные. Не, они ушли. Они ушли, в принципе, не готовят сюрприз для триумфального возвращения нашего предводителя. Если сейчас мы заходим, туда будет шикарно. Фракция Ледяной... Ох ты, все-таки завладела она душой. В этот раз не стала там тусить подольше. Тут занургло, посмотрите, просто... Весь список отправился, вот просто весь оставшийся. У северных провинций с Хорном проблем вообще не должно возникнуть. И любопытно, что ты до сих пор осаждаешь, там так гарнизонов не осталось. Ты на следующий ход уже возьмешь его голым, этот город. Заказчик, он Сильвания, Унгрим Железный Кулак, ликвидируйте, но мы с ним не воюем. Осланд Сергов Боха. Вот тут. Тезка Кислевита, похоже. Инвальд. Мы можем вот это задание. Оно и по деньгам прибыльнее. Уже второе задание от них. Ну, так как раз Крак вернется и здесь начнет защищать вот эту часть. Нет, к сожалению, на этом ходу мы не дотягиваем. А, хотя подожди, лагерь нужно отрубить. Ага, и у нас бонус пропал. Мы дотягиваемся без бонуса. Просто совершаем подношение. И да, мы в царстве Нургла. Мы дошли. Пирова победа. Нам отдают пирову победу. Здесь из интересных монстров, ну, камнерог. Один, второй. Мы их в финале наймем обязательно. И погнали. Сражаемся. Демон-принц будет нами сейчас наказан. Ждет любимый принц демон Нургла садовник. Убейте его, но берегитесь ор демонических прислужников, которые его защищают. Да пусть защищают. Им недолго осталось. Хотя, может, что-то изменили в релизной версии. Особняк властителя чумы. Уродливое поместье Нургла. Никто не выходит оттуда живым. Однако, как только мы пробьем брешь во внешней обороне, садовник сам пожалует к нам. Захватите изъязвленное древо в пагубном саду. Это позволит вам закрепиться и запастись всем необходимым для грядущей борьбы. Вам нужно захватить еще два древа, чтобы одержать победу в битве. Нургла забавляет, что вы продвинулись так далеко. Убейте его слуг и докажите, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Как вы там, звереныш радостный. Новые друзья. Так, все отойти назад. Там, кроме звереныша, в принципе, и бить-то некого. Идем сюда, идем отсюда. Ну, вы тоже подключайтесь просто для галочки.
Хотя магию тратить вот здесь все-таки, по крайней мере, в раннем доступе ограничения были. Даже в царстве хаоса. Поэтому ветра расходовать направо и налево в простых ситуациях не стоит. Активнее, активнее, активнее. Кстати, вам лучше отойти, вы можете слиться. Вам я вообще не знаю даже, какую мы задачу будем ставить. Распадаемся. Ну же. За стрелков мы бы их уже уничтожили. Там просто бы ничего не осталось от этой стайки нуклу. Так, давайте вы, тварь, бейте сами. Чтоб остальные не мешали. Давай. Расправьтесь вы с ним уже. Все шикарно. Точка захвачена. Мы начинаем возводить вышки. Максимального порядка. Близко слишком к нам, я думаю, не стоит их ставить. В лесу тут будет проблема оборонять. Но можно, хотя через лес они тоже могут идти здесь, перекрывать, вот тут встречать, чтобы как-то их подрезать. Да не, увы, не вариант. Давайте тогда аккуратно. Становитесь как есть. Как есть, так и становитесь. Правда, вам магия, чую, понадобится прям значительно. Ну, хотя, с другой стороны, за огров тут обороняться в этом месте, ну, не так. Хорошо.
Лучше даже все-таки выскочить. Давайте так и сделаем. Мы поставим троих вот здесь. Двоих вот сюда. Ну, двое тут, ладно, останутся. Троих здесь идеально ставим. Здесь хорошо очень зайдут еще двое. И тут мы можем попробовать тратиться. На баррикады не хотелось бы. Ну, с другой стороны, ладно. Пока что так. Пока без баррикады. То есть огром нужно обязательно со спины бить. Огром нужно со спины заходить. Вот это все делать. А здесь еще и жаб в первую очередь бросают. Так, а ну-ка по жабам. Этого очень хорошо пушка сейчас разбомбила. Давай, давай, давай. Так. Кому? Не тебе ж приказ был отдан. А вышку. Дай мне вышку. А чё? Ты не можешь стрелять, что ли? Можешь. Что тогда выделывалось? Отверженных разорвите. Чую, здесь все-таки без магии не обойтись. На первых порах тоже нам. Она нужна. Почему она выбирается так криво, эта вышка? 2000 накопили. Накопили 2000. Есть вариант. Сейчас. Ну, давайте вот здесь. Отступить назад. Вы порвите здесь. К остальным сейчас вернемся. Здесь быстренько, если вы их разнесете, мы сможем помочь на этом фланге быстрее. Хотя вот на самом деле сейчас нашего мага нужно будет уже не бросать так в бой. Me! Me! Me!
Живой, живи. Обходи. Хотя, один отряд, обойди с этой стороны. Тут лягушки нас обступили хорошо. Вы со зверенышем разбирайтесь. Давайте, давайте. Этих опытных мы призовем потом. Обратно. Пушки сейчас скорее наших будут убивать. Давайте вот так вот разбежаться. И вам предлагаю отступить. Также вышки будут сейчас хорошо стрелять, ничего страшного. Вышкам нужны цели. А вы слишком крупные. И вы можете страдать от этих самых вышек. А враги посыпятся. Так, лечением. Ну давай. Тебе возьмем. Тебе тоже давай возьмем, ладно. Попробуем позаботиться о наших. Можете отступить. Время играет за нас. Все, победа. Ну, естественно, на первом этапе. Теперь второй этап. Они идут к нам сразу. Какие резвые ребята. Мага дорого лечить, поэтому его бы... Сейчас все-таки действительно не задействуется. Отверженные. Если бегут отряды, видим, что очень резво, это сразу отверженные. Ну. Я даже вам предлагаю... Слишком близко не подходить. Мы с ними уже практически разобрались. Бегущих, правда, мало. Нам регенерацию можно сейчас. Забрать бы отверженных хотя бы парочку. Тут есть один отряд, который... В принципе, пострадал не сильно. Так, берите, берите их в плен. Убегающих вы должны захватить. Держим дистанцию. Так, регенерация есть. Тут 12, вон они здоровее, чем эти 14. Их бы подлечить вот, пусть даже этой способностью. Точку мы можем потерять, если отступим совсем, но я думаю, тут сейчас нужно дать возможность
вышка максимальная покоцать. А теперь идти в бой. Так вышки и нас не бьют, и мы их уничтожаем. В эти моменты хочется отдать приказ пушкам молчать. Спины своим же песочите. Все, этот распадается отряд. Можете на него наплевать. Все, эти тоже начали распадаться. Уходим. Вы можете попреследовать. Единственная польза от вас будет такая прям существенная сейчас. Не помню, с какой стороны будут идти преимущественно сейчас враги посередине. Не помню уж, когда мы на стриме сражались, дрались и кусались. Какие великолепные сады. Какие прекрасные червяки, да? Ленточные черви. Примерно так они выглядят внутри. Короче, вы забили на мой приказ. Вообще бесполезные оказались. Вообще бесполезные. Ограми можно встречать и где-то даже впереди, окружая, разбивая. Ну окей, пока что выставим вас вот сюда. Вы сюда. Вы втроем здесь. Вы втроем тут. Трое резерв. Вы здесь. Точку подкрепления хотя бы одного огра быка все-таки оставить, чтобы эту точку не потерять, или понадеяться на вышки. Но если что, лучше отправим кого-нибудь туда сражаться. Не думаю, что это будет большая проблема. Мы лучше наймем огров быков, чтобы они были на передовой. They come to the slew once more. Iron fists. Gush out, boys. Here we go. Время до волны. Так. Ставим вышки подальше. Вышки как можно дальше. Так, здесь тоже. Возводим. И последнюю. У нас осталось две невозведенных. Я одну вижу. Последняя тоже рядом, в принципе. Ну, давай на этом фланге. Давай поступим так. И пока восстанавливаем здоровье. Наверное, даже вас выставим вот сюда. Ogres!
Rampage this way! The Maw calls! Вас и призвать было бы дешевле отчасти, конечно. Сколько вот стоит? 650. Эти будут стоить дешевле, чем 400 сейчас. Мы можем отозвать его. Телепортировать назад. И с полным хп призвать. Все-таки даже будет так проще делать. Relentless hunger! Where the more art? When do we eat? Предметы окружения, то, что мешают. Люто. Так, по жабам. Вы немножко отойдите. Подкрепление подводим. Летуны? Ну да. Гниломухи. В принципе, гниломухи — это их хлеб сейчас в вышке наш ломать. Любопытно, что сюда не полезли. Так, вышку уничтожат? Скорее всего, да. Давай, ты именно лягушек и должен ударить сейчас. Вас можно даже расстреливать, когда сражаетесь. Вперед. Успех придет. Или идите сюда. Набирайтесь опыта. Пока все хорошо. Если что, мы вот этих бросим на помощь, но они точки не захватывают пока. Там со спины идут спокойненько, двигаются. Даже отправлять никого не нужно здесь на помощь. Все пусть будет так. Вышка, не туда стреляешь. Тут приоритетнее цели есть. Тут уже все вышки вывезли. Шикарно. Пока он не вернется, отозвать его нельзя. Ну давайте отправим. Со спины чуть заходить. Можем понаслаждаться
местными красотами пока что. Все-таки мы в саду. Садовник старался, да? Мы сейчас садовника будем наказывать, но нам нужно найти, к чему придраться, правильно? Где он и что сделал неправильно? Кого подстриг? Кого нарастил? Кого вырастил? Ох, какая тут красотища! Какая скалопедра. Так, вы уже обошли? Обошли. Ну там жутко бьются. В принципе, точку... А, кстати, ее и захватить нельзя. Сейчас-то сделали вот так вот, да. По-моему, в раннем доступе еще замочков не было. Там еще по той схеме работало, по старой. Годовалой давности. Так, тварь Нургла, убегите все. Убегите от нее, пусть пушки займутся этой гадостью. Вообще, все вот это подкрепление сейчас будет уничтожать пушки. Мы экономим силы. Так, ладно, вы в определенный момент сейчас, скорее всего, побежите, вот, вот, даже в этой битве. У кого осталось там 7 бойцов в отряде? Но мы как раз потом вас и отзовем. О, вышка добивает. Может, получится их вытянуть? Со второй точки на первую бежали. Наши воины побежали уже сейчас. Они даже не смогли подойти толком. Ладно, телепортируйтесь. От вас проку мало сейчас в любом случае будет. Возвращение легенды. Ну, камни рога на этой точке мы сейчас призовем точно. Я помню, демон принц вот выходит и прям сразу же на точке появляется. Это такая неприятная тема здесь. Расстояния нет. У Кхорна есть какое-то расстояние там. А здесь вплотную. У Идзинча тоже прям вплотную к точке. Добегайте! Добегайте. Ладно, ты тоже телепортируйся, пока восстановись. Этот, ну я надеюсь, еще с тобой успеют хоть что-то сделать. А, стой здесь. Вон, пушка добивает, потихонечку их коцает. Они где-то там пробежали, где-то показались. Тут же удар. И вот они шашки наголо пошли. Ты перебегай сюда. Здесь основной удар. Вот этих слабачков тоже бы сейчас бросить в бой. Follow the Moor's call.
пошлю домой. Захватывать не торопимся. Двадцатка давай тоже. Еще тебя можно отправить в бой. Пусть пушки работают. Слабаки побегут. Мы их отзовем. Но здесь прям бегство достаточно масштабное намечается. И Великий Нечистый хорошо против нашего заходит. Придется подлечить и пока больше в бой тебя не отводить. Не вводить и не трогать. Так, вы до последнего вообще сражаетесь. Удачно, что у нас нет таких вот железных кулаков. И не перепутаешь. Кто, где, с кем. Так, ну-ка, давай ты все-таки попробуешь сейчас. Не-не-не, он на тебя. Он прям на тебя. Решил идти. Ой-ой-ой, маг! Ну ты шустрее бегаешь его, поэтому сваливай. Испытание для слабаков. Че, застрял там в дереве? Быстрее беги. Придется тебя сейчас тоже подлечить. Все, они пусть сражаются. Вы отступите сюда. Нам просто нужна армия, чтобы мы вернулись. Она максимально еще боеспособной оставалась. Поэтому постараюсь призывать. Восстанавливать. Так, наши воодушевляются, их мы изгоняем. От них в любом случае уже прока нет. Уходи. Уходи. Вот. Да что тут? Из-за того, что ты вот на грани и то ли бежишь, то ли не бежишь, не может определиться. Он не хочет. Говорит, я буду драться. Это ж не для тебя сейчас драка. Эти двое уже не вернутся.
О, пошел телепорт. Ушли. Отлично. Ушли. Мы. Мы. Да разбирайтесь с ними. Так, фальстарт. Хотя можем тебя вот сюда отправить. Здесь вся заварушка будет на этом пятачке, считай, и за демоном. Поэтому, как ни крути, там нам и сидеть. Ты что, застрял? Вот парочка застряла. Среди деревьев что-то там затевают. Гномское. Захватываем, сейчас вышки возводим. Хватит ли мне этой банды? Не факт, конечно. Но призывать сейчас нужно будет. Сразу вышку раз. Сразу вышку два. А третья... Кому в глаз, а где третья вышка? А, третья вышка тут. В принципе, на самом деле, эту вышку может и нет смысла особого возводить. Посмотрим. Но сейчас мы будем полагаться на магию. Сейчас мы очень сильно будем полагаться на магию. Естественно. Я не знаю, тигры, сюда куда-нибудь свалите, чтобы я вас не видел. Запылился. Давай ко мне рога. Вот здесь очень хорошая возможность сейчас закинуть заклинание. Ко мне рог выходит вперед. Вперед! Прикрываете фланг. Так. Жабенцы. Принцем вроде бы разборка идет. Ну, в плане ХП у него просаживается. И кажется, даже не так плохо. Даже, наверное, второй камнерок и не нужен пока что. Пока там и герои справляются неплохо. И наша армия держится. Вперед!
get it done! The Maw calls! When do we eat? When supper! Давай! Здесь на самом деле нам такая большая толпа не нужна. Она мешает больше даже. Поэтому перебрасываем ее сюда. Оставим троих. Они справятся. Они здесь справятся. Разве только ты чуть-чуть сбегай, отвлекись. Будь любезен. Вернуться в бой. Так, ты возвращаешься зачем-то сражаться сюда. Это нам не нужно. Молоточек. Давай. Давай. Вот здесь мне еще великую тробу придется подключить, чтоб попроще было. Так, красавец, давай, наверное, уходи, пусть ко мне Рок сам справляется. Так, эти пока не восполнили ХП. В принципе, все нормально, все более-менее. Призванный отряд можно переключить. Один ко мне Рок справился с ним. Замечательно. Сейчас вот только главное армию обновить. Давай, отходим. Ресурсы есть. Чтобы обновить армию, ресурсы есть. Ну а камни Рок остаешься с ним. Ты разбираешься с ним. Пока вот эта возня идет, хорошо бы восполнить. Именно нанимать те отряды, с которыми мы пришли, чтобы уйти. Как подобает.
Чтоб как победители мы ушли. Так, все. Демон сгорел. Этих можем ради интереса, на самом деле. Они тут сражаются с кем-то. С фуриями хаоса. Тоже телепортировать. Посмотрим сейчас, как они остаются или не остаются. Давай, 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 скорей. Отчасти можно тратить, ресурсов хватает, тут же воскрешение идет, давайте, ладно. А вы практически уже уничтожены. Возможно, герой наш тоже сейчас уже склеил ласты. Кстати, я только сейчас обратил внимание. А герой-то склеил ласты, похоже. Хотя, не-не-не-не-не, какой? Подожди. А, герой, вернись. Все будет хорошо. Победа. Так, ну у нас в принципе все остались в строю. Все основные наши бойцы. То есть стек никого не потерял. Все замечательно. Считай, мы на последнем этапе должны там... как с вампирами, подлечить всех максимально быстро. Чтобы все были в строю, чтобы все было хорошо, чтобы все были живы, здоровы. И никто не остался в царстве хаоса. То есть можно так без потерь выходить. Аки, нежить какая-то. А нам после, да, покажут ролик? Я не помню. Восполнение потерь идет мелкое. Давайте деньги сейчас возьмем дополнительно. Да, после. Идет видео. В какой-то момент проблемное. The first soul harvested. When all four have been gathered, they will combine into a single light, revealing a shadow path to the forge of souls. Then Urson will be within our reach. But what's this? The tome consumes the soul's energy, reaching across time, revealing secrets. It was the Old Ones that shaped this world into a paradise. Yet the power they harnessed to move sun and rock could not be tamed. Raw magic erupted from the great cataclysm, flowing forth from a realm of chaos.
came the demons. They hunted the mortals, feeding on their souls. Yet one of their prey betrayed his kin and embraced the gods of chaos. They gifted him demonhood, and he became the first demon prince, Bellacor. He clawed at the world, scarred it with his armies, reveling in the bloodshed. Those who seek power will always want more, and Bellacor's lust was the greatest of all. Gods of chaos, have I not fed you souls? Have I not given you the world? Give me more power. Answer me! The four gods punished the demon prince for his arrogance. They took everything. His armies, his power, his form. Cursed to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless for eternity. Damn the gods! Bellacor has spent millennia planning his revenge on the Chaos Gods. What twisted scheme has his dark mind constructed? Это точно Bellacor, да? Так, неоднократные победы над Нурглом, дисциплина плюс 3 против... его раз. И участие в нескольких битвах на большом удалении столицы. Вон еще дальность перемещения у нас сейчас. Это хорошо. И мы душу принца замотаем. Мы отважились отправиться в царство хаоса, а теперь вновь взираем на земли смертных. Страницы фолианта судеб пульсируют заключенной в них силой порочной души. Чтобы добраться до кузницы душ, нам нужно еще 3 таких же. Мы не единственные, кто ищет умирающего бога. Наш соперник решил пройти сквозь завесу в царство хаоса собственным путем. Нужно поторопиться. Обязательно. Ну и все остальные должны были тоже уже исчезнуть. Он как мы. Так, косую линию. Если северные провинции еще после нас встанут, как раз вот по диагонали мы закрыли эти крестики-нолики. Ну, если северные провинции захватят, они должны захватить. Хотя, вот, играя за демонов, там, светлые фракции явно прям... О, кстати, ты куда пришел, Манфред? Манфред, ты что здесь забыл? Это не твоя война, это не твоя земля. Так вот, там, живые доминировать начинают. Прям серьезненько так доминировать. А вот что касается, когда мы играем за живых, там демоны. А огры, они же и туда, и сюда могут. Они не особо цепляются за какие-то принципы. Так, на следующий уровень мы тебе в любом случае бессмертие, а потом только пойдем вот сюда что-то выбирать. Сопротивление выстрелам... Давай здоровье пока что. Устойчивость к яду. Но на этой ноте в любом случае мы завершаем сегодня серию. Мы можем еще напасть на демонов и разбить их при поддержке Манфреда. Посмотрим, поможет ли это нам поднять отношения с ним. Потому что в теории совместные сражения это неплохие такие подвижки. Давай сюда. Можно еще и гнобларов хламометателей взять будет на первое время. Почему бы и нет? Все нам нужно. Нам нужно однозначно все. Но это в любой случае будем уже в любой ситуации в следующей серии разбираться. Главное, чтобы Манфред не захватил вот этот город. Он будет нашим. Уже на следующем ходу он будет нашим. На сегодня все. С вами был Верус. Мы захватили первую душу.
огры сделали это достаточно быстро. Всем добра, пока-пока.